Добрый день! Сегодня мы с вами будем тестировать подводки компании Тиандэ. Первая подводка это черная, та, которая уже всем полюбилась. Давайте попробуем ее на руке. Очень удобное, комфортное нанесение. Вторая подводочка это коричневая, это новиночка, которая нам пришла уже. Еще одна подводка тоже новенькая, это серебристая. Именно сейчас мы с вами проверим на устойчивость все эти три подводки. Посмотрим с вами то, как будут эти подводки себя вести во влажной среде. Мы сейчас их подсушим немножечко, высохнут. И с помощью обычной водички будем орошать и смотреть, как же будут подводки себя вести, если вы попадаете во влажную среду. Это может быть дождь на улице, это может быть снег, это может быть море, в которое вы ныряете, либо бассейн. Ну, давайте, вроде уже подсохли. Сейчас мы с вами берем обычную водичку и орошаем. Смотрим, что все подводки остаются на месте, да, не растекаются, цвет остается на месте, точно так же, как она будет оставаться у вас в течение всего дня на ваших глазках. Для того, чтобы смыть эту подводку, мы берем либо мицеллярную воду, я беру тоник из серии Фукоидан, и с помощью ватного диска прикладываю буквально несколько секундочек. И круговыми движениями начинаем ее смывать. И мы с вами видим, что не остается следа от подводок, не остается жирных пятен неприятных, которые могут неприятности вызвать на глазках. Все, пользуйтесь подводками компании Тиандэ.